На направлении строительства мы подготавливаем бакалавров именно по направлению строительства. То есть тех специалистов, которые будут заниматься непосредственно строительством и проектированием будущих гражданских объектов, будущих объектов водоснабжения и все, что с ними связано. Ну, во-первых, строительство уникальных зданий и сооружений. По окончанию студенты получают квалификацию инженер-строитель и учатся они 6 лет. А в строительстве, в бакалавриате, они учатся 4 года и получают квалификацию бакалавра по направлению строительства. Значит, в рамках направления строительства готовятся специалисты по строительству и проектированию промышленных и гражданских объектов, гидротехнических объектов, то есть это строительство инфраструктуры порта, причальных сооружений и так далее, строительство инженерных систем, то есть это систем водоснабжения, водоотведения, систем теплоснабжения. Вот основные объекты. Вообще по направлению строительства чуть меньше половины студентов – это девушки. Поскольку направление строительства, это не значит, что вы после окончания будете работать на стройке и класть кирпич. Да. Это очень много смежных профессий. Это и сметчик, это и проектировщик, это и расчетчик, это и, в конце концов, даже и дизайнер и так далее. То есть это такие профессии, которые подвластны и девушкам, и парням. Практики производственные проходят после каждого года обучения. И договоры у нас заключены с ведущими строительными и проектными компаниями на Дальнем Востоке. То есть это и Сахалин, это и Камчатка у нас есть, и, естественно, есть и Владивосток, и Находка, и Уссурийск. То есть весь Дальний Восток практически охвачен. По окончанию нашего направления строительства выпускник будет уметь проектировать здания и сооружения гражданской и промышленного назначения. Да, он может проектировать сооружение гидротехнических объектов и сооружение водоснабжения и водоотведения. Также выпускники могут спокойно пойти непосредственно на строительство этих объектов и заниматься и, ну, во-первых, возведением этих зданий, а также их реконструкцией, ремонтом, обновлением и так далее. Ну, в основном наши выпускники работают в проектных фильмах различного назначения. То есть, опять же, это, как правило, и проектирование промышленных объектов, и проектирование водоснабжения и водоотведения, ну, то есть инженерных систем вообще. Надо понимать, что человек, закончивший вуз, имеет достаточно мало практического опыта, и поэтому первоначальные зарплаты, ну, относительно невелики. То есть это порядка 30 тысяч рублей. Это молодой специалист может примерно на эту сумму рассчитывать. То есть по мере того, как он будет повышать свою квалификацию, как он будет работать и осваиваться в этой специальности, зарплаты на проектных институтах обычно увеличиваются где-то примерно вдвое. Вот. Уникальные специалисты получают зарплаты, ну, совсем большие, хорошие, там, выше 100 тысяч и так далее. Но, соответственно, это уже опыт работы, там, более 10 лет и, соответственно, квалификация такая. Вот. И если выпускник идет на производство, да, то есть он идет на стройку, то тогда зарплаты непосредственно на стройке – это где-то в районе от 50 тысяч.
При подготовке у нас есть несколько современных лабораторий, оснащенных новым оборудованием. То есть там стоят современные прессы для испытаний оборудований, современное оборудование для так называемого неразрушаемого контроля. Ну, в частности, вот у меня за спиной есть такое оборудование по установке опалубки, которую студенты могут внимательнейшим образом изучить для того, чтобы понять, каким образом она работает и использовать эти знания в дальнейшей своей жизни. Да, если я правильно помню, то студенты направления строительства поступают на военную кафедру и успешно там ее заканчивают.